Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео посвящено разборке ноутбуков Toshiba C870, C875 и им подобным. Разборку, как всегда, начинаем с удаления батареи. Затем, открутив всего один винт, вскрываем отсек винчестера и памяти. Потянув за язычок в сторону противоположную разъему, удаляем винчестер. Вывернув еще один винт, удаляем дисковод. Далее просовываем отвертку в специальное технологическое отверстие, расположенное в отсеке жесткого диска, и выдавливаем планку, фиксирующую клавиатуру. С помощью пластикового ключа вскрываем оставшиеся защелки этой планки. Сдвигаем клавиатуру на себя и переворачиваем. Приподнимаем вверх фиксатор разъема, чтобы освободить шлейф клавиатуры. Удаляем клавиатуру. Откручиваем все винты, крепящие дно ноутбука, благо все они одного размера. Рекомендую вам никогда не торопиться при разборке ноутбуков. Это снизит риск повреждения защелок, шлейфов и прочих нежных деталей. С помощью пластикового ключа вскрываем защелки корпуса. При демонтаже системы охлаждения постепенно откручиваем винты, крепящие кулер к процессору, чтобы исключить неравномерную нагрузку на корпус чипа. Именно для этого рядом с каждым винтом нанесен порядковый номер. В данных сериях ноутбуков применяются неразборные вентиляторы, поэтому если вентилятор начал тарахтеть, его обычно заменяют новым. Однако мне удалось найти способ полной разборки подобных вентиляторов, в чем вы сможете убедиться, просмотрев очередной ролик. Ссылка есть в близких темах и описании текущего ролика. Обратите внимание и на другие материалы, посвященные профилактике и ремонту ноутбуков. Спасибо за внимание.